друзья, всем здравствуйте, всем добрый день из Кении, из Африки. С вами миссия Go With Christ, и мы хотим особенно поблагодарить Анну Коновальчук, команду Музычук и нашу церковь, которая в этом году открыла первый курс образования преподавателей воскресных школ на горе Элгон. На самом деле это был большой шаг, это было большое будущее, которое мы закладывали в последствиях. И мы уже в следующем году, мы хотим значительно начинать расширять наше влияние в этом отношении. Мы хотим начинать первый курс образования преподавателей школ. Потому что на Элгоне существует достаточно большое количество различных мелких классов, мелких школ, которые в себя включают в буквальном смысле помещение там, до 20 квадратных метров. Эти школы занимаются образованием своих собственных детей. То есть местные волонтеры, старейшины поселков, они пытаются организовать школы, в которых очень слабый уровень даже у самих преподавателей. Они, как правило, работают как волонтеры, они не получают никакое финансовое воздаяние, вознаграждение за это. А это чисто волонтерская работа внутри самих поселков. Мы хотим, чтобы начинать образовывать преподавателей, потому что Анна Коновальчук, она имеет очень хорошую базу, информационную базу, очень хороший материал, благодаря которому возможно обучать даже детей, у которых есть серьезные ограничения, умственные ограничения в развитии. И мы верим, что вот эта школа, которую мы хотим, второй как бы блок, который мы хотим начинать в этом году, он принесет огромных результатов, потому что мы сейчас уже работаем над тем, чтобы собрать информацию об этих школах, сколько их на самом деле и сколько людей мы можем во все это вовлечь. А также наша цель, наша мечта заключается в том, чтобы каждая такая маленькая горная церковь, которая не имеет практически никакого образования, смогла стать образовательным учреждением. Чтобы на течение недели, рабочей недели, в этом помещении могли собираться дети и люди, которые имеют способности к преподаванию, расположенность к преподаванию, они могли заниматься образованием этих детей. А, ну, естественно, в воскресные дни это будет церковь, которая будет собираться, здание церкви, церковь, в которой будет собираться непосредственно народ Божий на служение, на собрание. Так что мы просим вас всех, чтобы вы продолжали нас поддерживать, мы просим, чтобы вы продолжали о нас молиться, потому что у нас есть еще много идей, у нас есть еще много желаний. Мы видим огромную нужду, и мы, самое главное, мы видим ответ на эту нужду. Мы знаем, что нужно делать для того, чтобы горные эти поселения, они изменились, чтобы изменилось образование в этих поселениях. Те шаги, которых мы можем принять, как служители, как миссионеры, и как мы можем на все это повлиять. Мы будем очень благодарны за вашу поддержку, мы будем очень благодарны за финансовую поддержку, молитвенную поддержку, а также, если вы сможете приехать в Кению, мы будем очень рады этому, мы будем очень рады видеть вас, и вы все это сможете увидеть своими собственными глазами и стать участниками того, что Бог делает на горе Элгон